Бутербродные намазки – универсальный тип закусок. Вот мой вариант пикантной намазки из трески. В глубокую посуду наливаем немного воды, соль, перец и сок половины лимона. Закладываем филе трески, накрываем крышкой и варим 7 минут на среднем огне. Измельчаем оливки, каперсы и немного укропа. Рыбе даем немного остыть, разминаем вилкой и соединяем со всем остальным. Закидываем размягченное сливочное масло, сок второй половины лимона и хорошо перемешиваем. Если нужно, корректируем на соль, перец и убираем в холодильник. Домашняя еда может стать интересней, пробуй!